Чамэй получил свой ремейк. Он вдохновлен китами и скатами. Вот такая статистика у него раньше была. Давайте сейчас немного посмотрим на Чамэй, когда он был раньше. Вот такого он был бэби размера. Когда вырастает, он становится вот таким, точнее становился. Вот такой вот он, почему-то его прозвали панкейком. Напишите в комментарии, правда ли вы, вам кажется точно так же или нет. Новый Чамэй – это морское существо, травоядное, ларч размера. Здоровье 15 тысяч, урон 220, выносливость 145, время роста 1 час, вес 9 тысяч, скорость плавания 56, скорость быстрого плавания 102, сила в числах, защитный некроят 0,5, блок кровотечения 70%, быстрое восстановление, блок травмы 25%, дарт, амбуш, граб, фортифлай, хилинг пульс. Чамэй – это большие китоподобные существа с пятнышками вдоль всего тела. Они очень дружелюбные, собираются в большие группы под названием агрегации и наслаждаются теплой водой в сценарии и питаются мягкой водорослью, мягкой растительностью. Напишите в комментарии, новая или старая модель Чамэй нравится вам больше. Подпишитесь на канал и пока!